В тот раз нам безумно понравился теплый ролл с тенцом. Вот сегодня мы взяли теплый ролл с уткой. Я начала пока с той стороны, где больше всего лепешки, пока не могу ничего сказать. Сразу чувствуется вот эта вот сладость, немножко такая с кислинкой. Много зелени, утка. Вкусно. Но, честно сказать, с танцом мне все-таки больше понравился. Хотя нет, сутки тоже очень вкусно, мне мясо уже попалось много. Сам он как-то был все-таки получше. Ну да, и вот этот соус лаймовый, конечно, там. Медовый лайм. Ну, тоже неплохо. Да. Но если сравнивать с утиными ножками, то лучше брать уже чистые утиные ножки, потому что это величайшее наслаждение.